Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию 29 февраля 2024 года в День Благодарности. Ченнелинг от Михаэль читает Лора. Эль Дас. Тема называется «Вода». Приветствую тебя, житель поверхности Земли. Я Эльдас, член Совета космической гипербореи, пришла, чтобы сказать о важности чистоты своего естества. Каждый человек более чем на две трети состоит из воды. Но какой? Каково качество внутренних жидкостей тела? Многие об этом не задумываются. Знаете ли вы, что ваш разум, мозг на 80% состоит из воды? Знаете ли то, знаете ли то, что мозг потребляет одну вторую всей энергии в теле? Вы многое не знаете о себе и о своем теле. Важно то, что вы едите, и то, что вы пьете, особенно пьете. Вам известно о том, что необходимо не менее двух литров воды в день. Но какой воды? Просто воды или обогащенной минералами и энергиями – вновь говорю о том, что вы практически ничего не знаете о своем теле. Откуда у вас берутся силы? Каким образом они способны быстро себя проявить в критический момент? Как лимфа влияет на все ваше тело? Вы задумывались об этом? Как правило, все же нет. Стоит сначала изучить свое тело вдоль и поперек. В вашем теле больше клеток, чем во всей Вселенной не преувеличение. А раз так, то вы уникальны, но не понимаете этого. Каждая клетка вашего тела знает, что ей делать и когда делать. Клетки ваших тел словно одна большая колония муравьев, и пример этот не случайен. Муравьи живут обособленно, но в то же время они все управляются их королевой через химические реакции. Ваш разум это своего рода королева, и через него ваше тело функционирует. Вашему разуму нужно много энергии и днем, и ночью. Он отвечает за все системы организма в целом. Вопрос в том, что поддерживает работу вашего разума. Что является тем важным экспериментом, который отвечает за все в вашем теле. Как считаете, что это может быть? пища, воздух, эмоции или что-то другое? Ответ прост. Вода. Да, именно вода отвечает за все в вашем теле, но это тот элемент, который человек часто недооценивает. Многие пьют больше напитков и кофе, чем воды в течение дня, а нужно все наоборот. Уже говорила о том, что важно, и то, чтобы вода была необычной вы такую воду называете живой. Не буду вдаваться в подробности соответствия живой воды сейчас, но важно понять то, что именно вода является важной частью вас самих. От нее зависит все в вашем теле. Вода так малозначительна в вашей жизни, и такое пренебрежение к ней – это вызывает непонимание со стороны многих звездных рас. Для многих звездных рас Именно вода является самым важным и ценным, что может быть. Она дает жизнь. Подумайте о важности воды в своей жизни. Научитесь пользоваться этим ценнейшим ресурсом в своей жизни правильно. Если вы научитесь этому, то будете счастливы от тех прекрасных результатов, которые она дает. Вода ⁇ это не только живая сила. Но информационное поле в жидком, проявленном физическом состоянии. С помощью воды вы можете менять свою энергетику. Многое можно с помощью воды. Изучите этот вопрос, и тогда вы поймете ее важность и ценность. Я рада была вам напомнить о самом важном, что у вас буквально под рукой каждый день Эльдас. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, очень удобно, очень своевременно, 29 февраля, поблагодарить стихию воды, свой мозг, свои клетки тела и поблагодарить все, что пожелаете. Может быть, саму жизнь. С вами в благодарении мироздания.